На кольце третьей рабочей столкнулись два автомобиля. Водители сейчас решают, оформить европротокол или вызвать сотрудников полиции. Темное время суток, поздним вечером жители Владивостока спешат с работы домой. На кольце третьей рабочей оживленное движение. Девушка за рулем автомобиля Toyota RAV4 выезжает со стороны Аллилуева на перекресток с круговым движением. В какой-то момент она не замечает едущий по кольцу автомобиль Toyota Sprinter Carib. Авария была, машина стояла. Я глянула, кольцо свободно, а то, что он прямо рядышком с машиной, мне было не видно. Ну, так получилось. Ясно. Испугались? Естественно. От своей вины дама не отказывается. За рулем она уже давно, но виновата в ДТП впервые. Осмотрев повреждения, участники решают не вызывать сотрудников полиции. Аварийного комиссара вызвали, что, европротокол, наверное. Еврик, да, думаете? Думаю, что да. Тут небольшие повреждения, в общем-то. Машина старая. После оформления дорожно-транспортного происшествия оба водителя покидают место ДТП своим ходом. Час уже поздний, и стоит поспешить домой.